Здорово, народ! Сегодня у нас ламповая посиделка вместе с приглашением на Vape Expo, который состоится 4-5 марта 2017 года в Питере на этот раз. Мы немножечко обсудим, поболтаем, расскажем, что будет, что было. Давай начнем с того, что мы приглашаем. Да. Всех приглашаем. Это понятно. На это мероприятие. Это понятно. Выставка, ты уже как сказал, в Питере состоится. Так что наши подписчики питерцы, ждем вас там на выставке. Мы тоже будем. У нас уже билеты, гостиница, все заказано. Ждем с нетерпением выезда. Выезда, да. Выезда туда. Так, ну. Чего ожидать мы можем там? Чего мы там можем ожидать? Ожидать мы можем там, в принципе, я предполагаю, что выставка будет хорошей, но, конечно, не такой грандиозной, как в Москве да, проводится. Скорее, вот у меня тоже так скорее кажется. Скорее всего, такой будет. Вот. Более домашний. Да, более домашний, сказать. Наверное, такой будет выставка. И поэтому, ну и опять же, наверное, будет вот этот питерский шарм на этом выставке. Питерский шарм. Да, не московский, а питерский шарм. Надеюсь, будет очень весело, интересно, и нам будет что поснимать и пообщаться с кем. Лично я надеюсь, что там будет поспокойнее, чем в Москве. Ну и вас, подписчики, мы тоже вас ждем, там всегда с вами пообщаемся, если вы нас встретите. Да, если встретите. Мы же там будем. Ну да. В любом случае нас встретят. Для тех, кто был в Москве на выставке, скорее всего, ну, судя по расписанию, будет примерно то же самое, что было в декабре, если я не ошибаюсь, да? В декабре была выставка? Да, в декабре была. Вот, то же самое, что было в декабре, ну, плюс-минус, естественно. Лекции по замесам я видел в расписании, там, клауд-контест, шоу трюков, девахи повсюду. Ну, в целом, как обычно. Вот, для тех, кто не был, будет все то же самое. Естественно, конкурсы различные, рэп-баттл опять, это у них вот тема с рэп-баттлом, как раз пошла вот с экспо в Москве зимнего. Декабрьского. Да, с декабрьского экспо. И теперь, видимо, они будут его вот в рамках шоу засовывать в любое экспо, оно тоже теперь вот присутствует. Фу, кто там будет на рэп-баттле, честно, я не знаю, не видел. Кстати, ты вот упомянул по поводу самозамеса. В этот раз, кстати, я смотрю по расписанию, они переместили его. Там тоже лекции с основной сценой вроде. Там. Его переместили на вечер. Да? Да. Ну на вечер, я не знаю, я вот помню, как проходил. Ну, вот на декабрьском могу сказать так, мы это не выкладывали у себя видео, хотели выложить, но нам, честно сказать, по замесам не очень понравилось. Ну не то, что понравилось, просто... Как-то скучно было. А вот остальные шоу мне очень понравились, там прикольные были шоу, особенно giveaway, это вообще просто... Да, giveaway, конечно, сумасшедшие были в декабре. Посмотрим, что будет в марте. Вот. А по поводу лекции, ну просто, скажем так, мне кажется, надо просто, вот это лично мое имхо, немножечко ну, поменять формат. Потому что с главной сцены как бы все тусуются там по стендам, бродят. И в основном главную сцену снимают, и так очень небольшая. Ну вот как был мастер-класс, организован на декабрьском, там... Стоял чувак на сцене, рассказывал, что как делать, что как не делать, собственно. И пока мы снимали, ну, в общем, мало народу слушало. Ну, вот, лично, как по мне, интереснее было бы, если бы вот прям вживую кто что-нибудь мешал, где-нибудь на стендике. Ну, в каком-нибудь отдельном стендике, ну, под мастер-класс. Да, например, вот, вот мастер-класс по самозамесу, он там стоит и рассказывает, вокруг него человек 20-30, да, смотрят там и так далее, и он там льет и так далее. Вот, соответственно, по койл-билдингу. Ну, вот койл-билдинг я не знаю, кстати, как проходит. Может, вот он как раз в таком формате. Койл-билдинг мы не застали. Койл-билдинг мы ни разу никак да, не застали. Да, вот сколько я все хотел туда попасть, вот никак мои руки не доходили конкретно до него. Ноги. Да, скорее. А не ноги. Руки. Руки тоже. Не доходили вот, до сего мероприятия. Вот, так что про него вот
Не могу сказать конкретно, как будет. Ну, вот ну, самозамесы были так. Давай вообще, надеюсь, во-первых, погода не подведет. Да погода-то что? Ну, блин, если будет что, снега? Дождливо, или да. Будет холодно, или еще что-то. Нормально. Испортится мое настроение, и все такое. Нормально, нормально будет. Нормально, да? Ну, а чего? Ну, будет дождик. Блин, Питеру, насколько я знаю, не привыкать. По-моему, они вечно шутят про дожди в своем городе. Ну, москвичи зонтиками вооружатся. Ну, Питер тоже, наверное. Ну, снег, ну что, снежок тоже приятно. Вот, да. Что, пошел дальше пробежимся. Ну, пошел. Девочки будут танцевать. Ну, это да. Причем, посмотрел, там много они будут танцевать. Там. Они всегда много танцуют. Каждый день будет, вот, и ну, да, 4-го, дня. И 5-го будет шоу девочек танцующих. Ну, как же без шоу девочек танцующих. Так, а, что еще у нас там? Ну, что еще? Надеемся, очень-очень будет интересно. А на самом деле интересно, потому что, как я полагаю, там будут представлены в основном производители питерские. Ну, вот лично нам со сдвинутым. Ну, там не только питерцы, ну, но как в основном, бы, да. Но я и говорю, не только, конечно. На самой выставке большая часть будет именно по крайней мере, питерских компаний, питерских да. производителей. И это интересно. Ну, это просто интересно. Логично, что они там должны быть. Им это поближе просто географически. Вот. Просто интересно посмотреть, что делает, так сказать, вторая столица или первая столица, чтобы никого вторая не обижать. Столица. Ну, может, кто-нибудь сейчас начнет, типа, нет, Питер, истинная столица. Этот коммунисты перенесли. Гады. Ну, неважно. Вот, поэтому будет, наверное, интересно, будет на что посмотреть, на что-то новенькое, в конце концов, новенькое и не такое уж и далекое, как кажется. Вот, естественно, там будет всратый вейпинг, для тех, кто знает, скорее всего, будет у них там стендик. Не видел их стендика в Москве, наверняка будет их стендик в Пипере. Вот что я сказал, в Питере. Это от всратого вейпинга все это, вот влияние. Оговариваться начинаю вот так по-идиотски. Соответственно, ну, посмотрим, поснимаем. Должно быть интересно. Интересно. Это самое главное. Ну, да, для этого едем, чтобы было интересно. Не, мы едем, чтобы рассказать, насколько да, было интересно. Потом, естественно, мы видосики повыкладываем с выставки. Кому интересно, посмотрит. Кстати, как всегда, будет обзор на девочек. Да, да, я тоже сейчас хотел сказать. Он у нас уже прижился. Обживает свое место в блогинге. Так, ну, наверное, все. Я думаю, вы поняли, чего там ждать. Это девочек, мастер-классов, питерских наших партнеров. Много халявы. Да, ребят, всегда халява. Гивэвэи, конкурсы. Все там со скидками продается, это вот нормальная такая вот атмосфера в Ape Expo. Скидки, девочки. Ну что ж, будем вас ждать на выставке, подходите, поболтаем, попарим, может пивка попьем, кому что уже там по душе, соответственно. Поэтому до встречи 4 и 5 марта в Питере на Васильевском острове Лен Экспо. Все, спасибо за просмотр. Вкусного и густого, и без передоза. Сдвинутый машем ручку. Пока.